Молитвой о дожде исполнило правительство. Так отшутился премьер-министр Ион Кику, отвечая на вопрос о компенсациях аграриям, пострадавшим от засухи. Есть ли проблема сетчатый бенецелез? Очевидно, что засуха, но на прошлой неделе еще моросило. Можете считать, что молитвы о дожде исполнило правительство. А если серьезно, я ездил на юг страны и видел, что земля очень сухая. Глава правительства также заявил, что сельскохозяйственники должны были позаботиться о себе сами. Речь о компенсациях не идет. Вы прекрасно знаете, что правительство предоставляет их в исключительных случаях. Аграриям не стоит забывать о страховании, чтобы уберечь себя от подобных рисков. По прогнозам синоптиков, в последующие дни сохранится теплая погода. Температура воздуха достигнет 10 градусов. Местами возможны слабые осадки.